Всем здарова, дорогие друзья, с вами я, Фил Крутанов, но сегодня мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Да, но сегодня у нас турнир обновился, как обычно уже. В общем, теперь у нас будет запустованный турнир. Вот. И видео опять без вебки. Потому что я вчера смотрел. Тот видос. Предыдущий, ну, естественно, проверка, это вдруг все дела. И оказалось, что, видимо, без вебки меня почему-то лучше слышно. Ну, это видео, потому что я ближе сижу с микрофоном, и, скорее всего, так. Вы бы постоянно виделись, как я тычусь, то, что я, чтобы меня лучше слышно было. Так, ну эпическое задание, давайте посмотрим, что это за эпическое задание. Не буду пока. Погоди, мы проходим. Ну, чисто можем диалоги когда-нибудь посмотреть. Тогда. Так, а вот это уже интересно. Не знаю, вот прям проходить мне или же нет. А вот это вот уже завтра будет. А сегодня пятница и будет завтра. Ну, давайте плей. Турнир завершился. И я теперь в серебряной лиге. А там золотая и нефритовая. А почему? А, ну это... Вот почему надо заходить всегда, когда остался один день. То есть, к примеру, там. Хотя, может, это потому, что я был в бронзовой лиге, возможно. Да. То есть, типа, там, типа, я... Просто там оставалось где-то 5 часов или 8. Да. И я просто мало сыграл, то есть, всего, по-моему, где-то 35 корон было у меня. И я, знаете, что получилось? И я на втором месте еще остался, прикиньте. Так, до полового приза. Где у нас король остался? Да, как видите, мы ничего сегодня не получим. Особо такого. Но приблизимся к 30. Я вообще чуть как-то. Поэтому я захожу заранее, потому что мне надо может больше. Ладно, к следующей серии. Ну, ладно, ничего не обещаю. Как-то обещаю. Так, фигня. Так. А, это усиляло. Ну, будем. О, 30 пакетиков, а вот это вот уже хорошо. Поэтому сыграть бесплатно. Ту-тун-тун. Так, мир тот же, поэтому сыграем и тактикой тоже. Хотя... Так, ладно. Так, треугольники. Ой, этот горох. Просто они так изображены в треугольнике. И вот это вот, типа, ножницы вот. Изображены в таком белом треугольнике. Вот я не знаю, вот я хочу взять опять тройной горохострел. С этим. Не. Чё-то мне как-то... А, он 200 стоит. Абсолютно. Ладно, давайте попробуем. Ну и им круша сокра, если что, нас спасет. Так, да, все-таки попробуем. Знаете, вот это. И лучше. Нет, им крушу лучше не исключать, потому что им круша, наоборот, тоже хорошая.
подготовьтесь к обороне. Вот вы сравните, например, то предыдущее видео. И это видео, естественно, без вытки. Так. Серьезно, то не сравнивай. Так, ладно. Как-то так. Пока что будет. Поехали. Так, давайте. А как у задних-то будем? Уже откуда? Так, сейчас, короче, там делаем. Уже пенек. Ну вот, хоть какой-то. Это есть. У нас сейчас очень много солнца, поэтому солнце начинает. Так. Угу. На! О, это же пенек сразу синий становится. Это голубой. Вообще это белый голубой или светлый голубой. Никак не синий. Не, видали как круто. И по-моему это... Игра, по-моему, лучше именно работает, когда я без выпадки. Потому что нагрузки меньше. На комнаты. Так, давайте еще на. Ой. Ну ладно. У него же 149. Ой, да. Мы от него отстаем. Ну ничего, им круж нам поможет. Дай им круж. Думаю, дай им. Так. На. Эй! А в него же, ну тогда вот так сделаю. А, у меня 402, ну хорошо. Это быстрее уже мне солнце, что ли? А, я же сам трачу солнце. Куда не надо. Ну, а чё тогда? На! Так, давай. Вот, наконец, можно другой подсолнце поставить. Ну чё, из-за солнца, то есть солнца бы было много. Легко проходили бы. Не. Ну так, о, так, если честно, то так хотя бы хоть какой-то экстрим чувствуется. То есть, ну не экстрим, а просто чувствуется какая-то сложность, понимаете? Бля. Чё тут их превратило? Ну ладно, сейчас все равно сожрут. Бля, как блять, а все равно лучше не стало, они же сожрут подсунуть. Ну и ладно. Потому что тут реально чувствуется какой-то экстрим. Ну, короче, чувствуется, то есть типа интересно играть, действительно интересно играть. Понимаете? То есть мне реально интересно будет играть, чем я вот выберу там, где я горох там и прочее. Понимаю. Не. Так что эта тактика достаточно хорошая. Не, ну хотя, в принципе, когда мы выиграем, тогда я уже и вынесу окончательную оценку. А тут так-то слишком это рано нахвалил. Эту тактику. Ну, в принципе, короче, самая лучшая тактика. Здесь тут такая. В принципе, тут нет никаких. А. Я забыл, что пенек убила. Ты. Сегодня, скорее всего, будет 3 видео. Не пугайтесь, то что 3 видео. Потому что это типа. Ну 3 видео, потому что я вообще-то хотел вчера выложить одно. У меня не получилось. И сегодня я хотел выложить 2. С еще одним роликом, но уже не попался. 2 ляма. Да, это в принципе хорошая тактика. Это хорошая тактика. Да, потому что
Да, действительно, потому что вот этот вот пенёк из Ой, вот этот вот пенёк, Этот пенёк, он тоже из гороховой семьи. Но по идее он должен быть из огневой семьи. Из, ну, из пламенной семьи. Какого хера он делает с гороховыми? У него это вообще не гороховый. Вот то, что огненный, вот это вот можно было уже приписать. Смотрите, вот окр в принципе нету, и сколько мы набрали. Но они вначале, в принципе, пригодились. Так, вон они, толпы зомби, и мы их так взяли. Ну вот так-то. Блин, а нет, не успел, а то это не успел. Все отлично. Успел все-таки. Так. А, так вот звезды-то. Звезды-то. Для этого тоже вот, нужны-то как раз. Для этих вот зомби, чтобы уничтожать. Так что звезды тут, по идее, тоже надо использовать. Три ляма. Всё, эта тактика однозначно лучше, потому что осталось 30 секунд, все, а у меня уже трилля. Понимаете? Ну, если у вас нет пенька, то взломайте игру и получите. Да. Ну как еще? Получить-то. Донатить-то. Я что-то как не очень хочется. Так, быстрее ставим. Прям нет, они сейчас сожрут все. Твари, бля, ты что сожрут? Фух, помогло. Комчиков нет. Все-таки успел здесь сожрать. Ну да, вот это вот, это уже проблема, то есть вот это реально уже проблема. Но это надо было просто звезд как можно было больше ставить и все. Хотя здесь был лучше, даже шрок бы, как он там называется. Ну вы поняли, короче. Это, короче, крохострел, который стреляет в две стороны. Так, все, давайте, тут это у нас последний, давай. Тыщ. Ну. Ну! Больше влезю с ним. Вот, отлично. Это просто прям бомба. Еще плюс вот это сейчас. О, отлично. О, он нас может обогнать. Черт. Он нас обогнать может. Тварь-то что-то замедлился. Он может. Не обогнал. Но он был бы близко. Так, ну в принципе такая. Ну, в принципе, такая тактика тоже хорошая. В принципе. Ну, раз я его победил, значит эта тактика лучше. Да, сегодня, кстати, в пенёк пойдем и сыграем все. Так, теперь мы получим 30 пакетиков. Так что давайте играть. Так, угу. Играем одной же тактикой. Дай напушки. Давайте окру заменим на... Нифига, не окру. На кого-нибудь еще такого вот полезного. Потому что окру я, правда, не так уж много использую. Поэтому используем. Кстати, я вот это вот не использую, но и не надо. Нет, не вписывается это.
Так, а, может это... Не, зачем? Гороховую мяту. Это бы сейчас бы точно подходил бы. Но, к сожалению, у нее будет максимальный уровень завтра. Но я еще ничего не обещаю. Конечно, я как бы завтра прям буду, правда, встану, скажу. Это что не заснять максимальный левел? Вот. Но. Возможно, я его и не сниму. Все зависит. Ну, в принципе, от меня. Ну, и от моей линии. Все зависит от моей линии. Кто не помню еще. Да. Так, Грехаем. Мне это пока не нужно. Так, опять камефи бега. Да, вот сейчас уже не поможет. Чует кого-то и убил. Не поможет, если я вот так вот сделаю. Не, все-таки поможет. Хоть никак, хоть как-то, но поможет. Серьезно, так можно будет? Тогда теперь пеньки быстрее ставить. Ну так, пусть его сожрут, потому что я не хочу на него листочек дать. Так, дождаемся и... Да, не попадает. Что-то фиг, куда он был, это... Наклонен попало, а так нет. У него уже 104, ну ничего, ладно. Че, знаешь, что так мало солнца-то дают в начале? Прям вот бери и копи. Солнце. Ладно, пусть пока подумает, что типа он выиграл, типа. Попался какой-то слабый игрок. Я выиграл. Пусть дальше так думаешь. Это бах, мы его победим. Я такой. Так как он меня победил? А, я его уже... Ну и ладно. Вот, ну и ладно. Смотрите, зрелище, короче. Так что такая тактика мне лучше, блин. Тут и задействованы те растения, которые я не пользуюсь. Там тот же пенёк, который я купил и не пользуюсь, блин. Ну как может он купить что-то и не пользуюсь? Вот здесь пройдет несколько лет, то в принципе, да? В принципе, может быть такого. Может быть такого случится. Я вообще насчет противника не смотрю, да? Он уже обогнал меня. Ты давай ты уже что ли? Во. А нет, это... Ну, давай, все. Ну, ты давай. Такими маленькими горошинами стреляй. А, ты не можешь. Да, блин. Заебал, честно. Заебал. Такого слова не скажешь. Мы вообще как-то мало собираем очков, Так нечестно, между прочим. Все пеньки не везде быстрые. Пока не были быстрые, но везде вроде. Быстро. Так, я, короче, это... Поставлю, короче, здесь. Там лучше всего ставить. Ну. Не, ну в принципе мы обгоняем игрока. Может там все в задний ряд им крушу ставить, там? Так вот такая идея. У тебя три ряда этих.
маленьким назвать. Три ряда трех стрелок с клинком седьмого уровня и трех стрелок 16 уровня еще плюс. Гроховой нато. Это просто, ну, грейт будет. Просто безумно. Да. Конечно. Ну, в принципе, видите, мы его обгоняем, все равно под конец. А, ну, это я, потому что им грушусь. То есть, вот, как вы будете, вы это используете. Дайте сделать, пожалуйста. Как вы будете использовать им грушу, так и пойдет весь какой-то. Ну, весь вот этот вот. Ваш счет, да. В игровом процессе на матче, короче. А, да. Ой. А, так звезды тоже надо ставить. Я не ставлю. По-моему, я пеньки. Нет, я пеньки. Не, я пеньки не стал. Но все равно звезды не так сильно помогают. Так что. Звезды дальше не помогают. Слава. Ну надо. Скорее всего, прокачать его. Да, очень много уровня. Тысяч. Да чё ты, блядь, сожрал, залип? Вперёд это вперёд. Я быстро это за этим видео, может, ой. Так, что-то мы ни разу крыхомят не помню. Так что давайте его используем. Армячий бега. И осталось 10 секунд. Короче, мы стали немножко быстрее. Так, давайте вот так вот сделаем. И все. Ну нет, не пропадай, не гад. Давай. Тебе как бы давай. Нет бы не пропадал, не пропал. Самый такой вот красивый момент. Был красивый такой момент в интро. Но теперь какой-то говно момент. Я его не добавлю. Тун-тун-тун. О, 30. Это уже хорошо. По идее, мы вообще 60 должны получить.
То, что 2 на 3, то офигеть. Это написано, типа, на 2 умножено. Типа, вот это тут, как он там называется. Поближе. Короче, это вот, то, что внизу, где у меня 5 галочек. Вот. Вот, это уже, как бы, как сказать. Типа, удвоенный в меню было бы виден, да? Не, мы... Ну что ж, давайте заключим эту серию пинят. Пиньятой пани. Сажайте растения на плесневых колониях. Ты. Хорошо. Эх, тарады, тарады. Помню. Да, помню. Да. Из первой части. Ну ты там. Блин, сейчас улетит. А так. Так Дэйв же может. Ну. Так Дэйв же может вроде это. Как сказать-то. Так сказать-то. Просто сбить эту. Чайку. И все. Вы понимаете? Вот. Просто сбить эту чайку. И все. Чего? Когда ты ее пропустил, Вообще. Ладно. Это все. То, что они не давали мне 5-го скорострела. Вот как дадут 5-й скорострел, вот так дата может быть. Я хотел убить бесконечный орех. Может вы свет руете отсюда? Конец. Ну, сейчас Дэйв точно через свет рует. Ну ладно. Блять, сюда. Вот так, чтобы ты мне тут не разлетался на моем газоне. И... И так будет. А, это нет, это конец. Ну, так. Но все равно там тоже как идет, так в принципе не зря. Тут. Ты не понимаешь, круги это закончились или нет? И пошел со мной такой же. Сука, мы сейчас эту тачку потеряем. Ну вот мы потеряем. А, все-таки мы ничего не потеряли. А вот то, что мы одну газонную косилку
потеряли, это не считается. Нет, это не считается. Электрочай, заеби. Да я сюда начал. Это деревня там внизу. Хочу нажал. Ладно, дорогие друзья. На этом серия закончилась. Да. Пишите в комментариях обязательно. Вот. Как микрофон. Как все-таки микрофон. Он все-таки лучше, да, снимает с вебкой или все-таки без. Можешь сравнить. Ладно. Всем спасибо за просмотр. За то, что посмотрели это видео. Да. С вами был я, Фин Крутон. Нахуй ты! Ах ты сука, блядь! Да вы ебаете! Пизде получил! Ай! Пидорас! Пидорас! Пидор! Иди нахуй! Иди, тварь! Дед Мороз! Наступай! Блядь, что за хуйня я говорю? Ай-яй-яй-яй! Подписывайся! Смотришь видео! И время кончается!